Так, и еще один я сейчас поставлю. Ой, как так. Все болит. Левой ногой тянется правой руке и наоборот. Руки в сторону. Руки в сторону. И тянет левой ногой к правой руке, правой ногой к левой. Разнялись? Молодцы! Встали! Значит так, еще раз, исходное положение, это мы стоим вот так, дальше, сейчас будет страховка назад. Где моя Руслана? Русланочка, покажи, медленно, видите, да, пошли, оп, и встали. Приготовились, делаем, раз, уну, два, три. Хорошо. А теперь страховка. Только одной рукой. Или правой, или левой. Четыре. Одной рукой. Одной. Уну. Мына. Другой рукой. Пять. Хорошо. Стоп, стоп. А теперь вообще не страхуемся руками. Просто. Хоп. Теперь называют вот и встать. Это называется перекат. Перекат. Хорошо, чтобы вам такое еще придумать. А ну, попрыгали. Страховка. Хорошо. Так, а теперь прыгаем. На левой ноге. Да, печарой на и. Ой, печарой ярко. Прыгаем. Хорошо. А теперь прыгаем. А с другой, наверное, на ноге, на другой ножке. Хоп. Делаем. А теперь усложним вам. Вот и сделаете. Значит, что? Вы прыгаете. А ну-ка. Хоп! И страховка. Хорошо. Единственное, что головой не касаемся. То представляете, здесь вот спать. Да? Хорошо. Сейчас я покажу, вы не сможете сделать. Это сможем. Посмотрим. Что я делаю? Я беру ногу, убираю. И прямо вот вниз делаю, сажусь. Делаю дверь. Раз. Это же уже раз, оп, делаю страховку. А попробуй. Еще раз показываю. Еще раз, да, оно никогда не понятно. Еще раз. Если вы стоите вот так ножки, все, это уже не получится. Ножки шире, чуть присесть. Ногу убираю сюда и руку сюда. Раз. И уйдите. Сюда. И сажусь. А вот и как быстро. Можете. А ну-ка. Ой. Головой касаешься. Еще раз показываю. Посмотрите. Вперед, шаг.
А в сторону. Нет. Сюда, вот. Хорошо. Ну, ноги. Да, толщи. А у меня вчера. Да. Хорошо. Тогда у нас Руслан подойдет ко мне. Кругом. Ага. Стоп, есть такое слово в дзюдо. Ансоку мате. То есть вы должны выучить японский язык. Сели, а что раз, все просто сели. И нет. Значит, вы должны выучить японский язык. Вы же борьбой занимаетесь дзюдо. Вот, я знаю 20 слов. Не, ну, вы должны знать хаджиме, мате, как удержание, сайкоми, ушел, такеда. Ну, борцовский прием. Вот, Руслану мы сразу снимаем соревнования. Сразу, вот она вышла бороться за соревнования, ее судья сразу снимает. Объясню. Когда... Стань сюда, Руслан. Да? Привести мне лицо. То у нас два кимоно, белое и синее кимоно. Мы вышли бороться. Судья сразу смотрит. Ага, у Сергея Анатольевича. Как? Есть какие-то железяки, деревяшки и что-нибудь там, пластмасса. Смотрит. Ага, здесь нет ничего. Сережек нет. Цепочки нет. Да, у нас есть щипки. Вот щипки должны быть не как у футболистов, пластмассовые, а у нас они какие-то резиновые такие. То есть они не пластмасс, не металл, не дерево. Такие должны быть. То есть из мягкого. Как длинные матрасы. Дальше. Становись сюда. Я приехал на соревнования, мне девочки выступали, мальчики выступали там, вот, и Денис там, и вызвали эту девочку, она вышла бороться, начала бороться, у нее отсюда телефон упал, остановил судья схватку, дал ей телефон, концовку мать, дисквалификация, то есть она вышла, у нее есть металлические предметы, и она ушла, все, схватка закончилась. Какой у тебя металлический предмет? Вот, дальше. Через какое-то время там три, получается, три, четыре человека было. Ее опять вызвали. Она выходит. Хаджима. Он посмотрел, все вроде нормально. Хаджима начинает бороться. Вдруг он останавливает, подходит. А у нее здесь наушники. Она слушала музыку, телефон вытащила, наушники остались. Он ее опять, концовку маркет. Она опять ушла, то есть опять дисквалификация. Потом она вышла третий раз, стала бороться. Судья, кстати, вот Диана то же самое, международный турнир, 10, она занималась, у нее первый тренер Светлана Недосуг, 5-6 лет занималась, а потом 6 лет у меня. И получилось, приехали на международный турнир в Киев, 18 стран. Она, я говорю, Диана, все нормально, все у меня хорошо. Вышка и сняли, я тебя задушу. Столько денег истратили, тебя сняли. Что? Да, видите? Вот резиночка, а вот металлическая часть. Ее сразу что сделали? Сняли. Чтобы вы знали, когда вы будете выходить бороться, вас, поэтому я и приучаю вас, чтобы у вас старалось, чтобы сережек не было, колец не было. Чтобы здесь вот, например, за что ее сняли, у меня была резиночка, и там была такая пластмассовая штучка маленькая. И вот он ее успел заметить, он меня двоих снял за такие вещи. Я уже все прочитал. Даже когда вы одеваете под кимоно, под маечку свои топики, все, вот здесь вот пластмассовые штучки, за это снимают. То есть, это все приносит травмы. Все приносит травмы, поэтому ради того, чтобы было здоровье. Вот, например, крестик, например, да? Вот ты борешься, зацепили, как рвануло, и она же там ниточка очень жесткая. Можно повредить. Поэтому такие правила. Так, а вот сейчас, смотрите. Все, я их концовку могу сделать. Стоп, сюда. Значит, смотри, ты можешь сделать такого? Сделай такого. Так, да, хорошо. А теперь вот на бочок, то есть ножку убираешь, да? Ножку убираешь. О, отлично. Сюда. Так, давай эту руку. А теперь ты эту руку сделаешь.
делаешь страховку. И делаешь страховку. Вот сюда вот шаг и страховку. Еще раз дальше. То есть я ее держу, ухожу. Раз, она поворачивает страховку и держу ее. Еще раз. Вы возьмете правый или левый. Ух. Да? И в эту сторону. Раз, раз, раз. Она разворачивается и страховку. Хорошо. Встали. Так. Мальчики. Вы вдвоем, вы вдвоем. Все, пошли. Смотрите, я взялся да, здесь или здесь. И страховку. Один раз Руслан, один раз я. Один раз Руслан, один раз я. Встали. Встали. Выбирай тебе. Выбирай. Знаешь, что сейчас тебе скажу? Вот ее выбирай. Да. Вот ее выбирай. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Так. Семь. С этой левой. Два, два. Пожалуйста, пошли в страховку. И садись, и садись. И садись. Стоп, внимание сюда. Стоп, внимание сюда, чтобы вам точно было известно. Жасмина, Жасмина. Это же жена Шора. Она нам, да, она нам купит кимоно, она нас ведет на соревнования. Иди сюда. Иди сюда. Значит, дай мне ручку. Отсюда поворачиваешься, садишься, садишься и страховочку. Оп, молодец. Встаешь. Я другой рукой. Другой. Стоп, девочки, другой рукой она делает. А потом вы меняетесь. Сын, гадряк, пиши, баскин бакс. Пошли. Давай, сука. Ой, ой. Я уже как душу свою зову, как зову. Ага. Тот, кто не падает, тот идет. Значит, кого-то я не вижу. Габриэл один, да? Хорошо, смотрим. Как у нас? О, молодец, класс. Я вот тренер, у меня вкусный, если там карточка будет. Хорошо, молодцы. Молодцы. Так, кто? Матя. Сели. Сейчас мы... дан баланс. Ой, дан. Ну, дан, значит, баланс. Ой, да. Посмотрите внимательно, когда мы выходим бороться, то мы, вот дзюдоисты, мы беремся за, да, отваливаемся, беремся за кимоно. Да. В борьбе дзюдо, знаете, какие виды борьбы дзюдо, борьба, дзюдо, самбо, лутта-либер, вольная борьба джиу-джитсу. Какая еще борьба есть? Молдавская, как национальная борьба? Трента, правильно, трента. Есть еще борьба в партере без одежды, называется... Боксинг. Грэплинг, правильно. Грэплинг. Хорошо, а еще какие виды борьбы? Греко-римская. Правильно, греко-римская борьба. И в каждой свои правила. У кого-то есть кимоно, там, куртки. А у кого-то трико, то есть они выступают. Есть женская борьба, кстати. Да? Вот. Да, вот. Ксения Ищенко, республика, призер.
и она и по самбо, и по дзюдо, и по джиу-джитсу, по грэпплингу боролась. Медаль есть, вот такая красивая у нее медаль. Да, медаль красивая. Да, вот теперь посмотрите внимательно. Борьба с дзюдо. Что разрешается делать, что не разрешается. Есть в куртках есть два вида борьбы. Самбо и дзюдо. Самбо – самооборона без оружия. Дзюдо – это японская борьба. Вы знаете, дзюдо японское, там у них палаты, все белое, красивое, не планируется, ну как и дзюдо. Но самбо и дзюдо было почти одинаково, правильно? Так как вот, может, еще боролось. Ну, оценки, например, по самбо дают 1 балл, 2 балла, 4 балла, чистая победа. А по дзюдо давали кока, юка, вазари, ипон. Да? Чистая победа, ипон. Вазари 4 балла, юка 2 балла, кока 1 балл. Да, кока был. Еще ты еще не боролась, еще был такой, еще был такой, показывали вот так, кажется так. Кинза называлось. Это активность, да. Как будто ты сделал прием, но не доделал. Поэтому кинза. Вот. Так, стоять, ко мне чуть-чуть. Вот так, все, стоять. Значит, но вы выходите бороться, вы выходите играть в волейбол, вы выходите играть, ну, в резиночку прыгали когда-нибудь? Да. Есть правила? Да. Есть. Так как дзюдо. И если вы боретесь в стойке, вы можете сделать бросок. Право, влево, вперед, назад, через себя, как хотите. Но при этом захват разрешается брать только выше пояса. То есть выше пояса. Если вы берете вот такой захват, да, считается бросок. Такой считается. А если вы, например, развернитесь. Да. Вот. Держи руку. Вот. А если вы взяли за ногу его и бросили, не считается. Если удары. Это дзюдо. Смотри сюда. А если вы вдруг боретесь по самбо, там есть куртки, там можно держать пояс. Дзюдо нельзя держать пояс. То есть там даже можно сделать ноги шире, поставить. Вот так. Оп, отсюда. Оп. И бросок считается. Это бросок мельницы, два раза. Да. А в дзюдо? Дзюдо делают немножко по-другому. Итак. Правильные захваты борьбы дзюдо. Любой рукой. Отворот. Рука и кимоно. Отворот. Возьми. Руку сними. Здесь. Я должен взять ответный захват. Точно такой же. Вот эта рука держит здесь. Эту руку я беру здесь. Эту руку я беру здесь. Видите? А поменяй захват. Видел, поменял. И я меняю. Это время отработки. Чтобы рука, чтобы ему было удобно. Если вдруг он берет за руки, за две руки, я беру за отворот или беру здесь. Сейчас у вас будет очень простой захват, классический захват. Ручки. Я беру локоть. И беру отсюда. И чуть-чуть, смотрите, нога у меня чуть впереди. И у тебя. Вот так. Развернись чуть-чуть. Вот так. Все. Вот этот захват вы должны взять. Я говорю, захват, приза. Вы раз берете захват. Я говорю, мате, вы отходите. Оп. Приза. Раз. Оп. Взяли захват. Еще раз. Взяли захват. И отошли. Приготовились. Стали по парам, как были. Так, взяли захват. Вот. Так, а ноги-ка. Одна нога впереди. Пожалуйста, рука впереди. Так, вперед, нога, вперед, вот это. Вот так. Сейчас смотрим. Ладно, все понятно. Молодец. Что здесь? Дом. Да. Смотри. Не так, вот так.
Хорошо. Что у нас здесь? Стоп. Стоп. Это нога. И на инке. Это и на инке. Это и на инке. Вот так, как я. Наоборот. Разверни. Инга, смотри. Вот. Так, и у тебя тоже самое нога. Это. Вот так. Хорошо. Шаг назад. Вот это. Отошли. Назад. Шаг назад. Взяли захват. Мате, отошли. Тебе видно. Так. Вы помните, да, кто с кем? Вот вы вдвоем. Сейчас отошли назад. Разбежались по ковру. Все, разошлись. Взяли захват. Так. Разбежались. Двигаемся, да, кто у нас первый взял того и наказан? Разбежали. А теперь берем захват, кто ближе всех? Кто ближе всех? Кого и взяли? Разбежали. Андрей, бегом туда. Бегаем. Оп, захват. Что такое? Хорошо. Мате, ожидаться. Куда? Сели. Дальше, сейчас. Руслан, подойдите. Да, хороший парень, но сильный. Смотрите, мы поклонились. И если Руслан меня бросает, я сразу ставлю руки. Руслан берет захват, я беру ответный захват. Дальше, посмотрите, видите у нас как? Рука, нога. Посмотрите, что я делаю. Я делаю бросок. А рука или на поле? Назад, задняя, подножка. Легко и просто. Значит что? Делаю шаг вперед. Да? Поднимаю ножку. Раз. Смотрите. И стараюсь так, чтобы партнер. Оп. Страховочку. Ножку пришили. Значит, еще раз. Делаю шаг вперед, поднимаю ножку. Раз. И держу локоть, чтобы она не ударила. Значит, сейчас все уходят садятся, кроме Руслана. Так, все ушли сели. Так, слушай, так, вот. Ушли уже девочки, ушли. Расстояние. Да, иди сюда. Так, сейчас по одному будете ко мне подходить. После этого вы уходите. Я скажу, кто к тренеру, кто к Руслане, кто к даме. Дам, ты делаешь заднюю подножку одному, второму, третьему. Так, чтобы Руслан тебе тоже, вы тоже сделали. Придержите, чтобы парковочка была. И если там будет два человека или три, значит они по очереди будут подходить. Ты берешь захват и делаешь заднюю подножку. Только смотри, не упади раньше них. Так, Андрей, ко мне. Захват. Ножку вперед. Я тебе делаю бросок. И раз, садишься. И такой, поумница. Сюда, идешь сюда. Все. Так, ко мне. Так. Олеся. Стоп, Николета, присядь туда. Так, сейчас, одну секундочку. Присядь, пожалуйста, сюда. Чуть-чуть, дай назад. Я просто... так, посмотрите внимательно. Вы когда заходите, когда... Да, я часто останавливаю. Вы там научитесь, я не буду останавливать. Что отсюда? Вот здесь борется, например. Да, вот старшая группа борется. А вы идете через... В общем, это дзюдо нельзя. Дзюдо – это красота. Вы видите, когда нравится. Все. Нужно обойти. Обойти и пройти. Тренер, еще что-нибудь. Так, чтобы далеко не ходить. Прошу ко мне. Так, вот сюда. Так, поклонилась и зашла. Ручки, захват. Захват, бери захват. Ножку вперед. Здесь, держу локоть. Ножку вперед. Вот так, хорошо. И садишься. И в таком. Хорошо, встала. Сюда.
Ксюша, иди сюда. Нет, Ксюша, подожди, сейчас я здесь дам. Да, да. Там вышло? Нет. Держи за два, держи за два. Ножку вперед. Ну, держи за два. Держи. Вот эту ручку нельзя отпускать. Это испаковка. И раз, и вниз, и вниз. Вот. О, вот так. Сюда. Пожалуйста. Беатрич. Беатрич. Туда. Поклониться. Руслана, снять сюда. Поклониться. Быстренько ко мне. Так, берем захват. Ножку вперед. Значит, будешь садиться, это страховку. И садись. Страховку. Ага, все хорошо, вставай. Но тебе нужно ложиться на бочок. Не на спину. Еще раз. Ножку вперед. А, все, можешь начинать с ними. По одному, одно, второе, третье. Сейчас. Ну, вот. Значит, я взял вот. Видишь, она падает назад. Мальчики, перестаньте туда. Мальчики, перестаньте туда. Хорошо. Хорошо.